молодой девушки появились седые пряди. Дочь Ларисы Гузеевой напугала публику видом после нервного срыва. Девушка переживает очень трудный кризис. Ей сейчас нелегко. Об этом говорит ее внешность. Российская телеведущая и актриса Лариса Гузеева вместе с супругом воспитывает дочь Ольгу, которая сейчас переживает очень трудное время становления как личности. Лариса Гузеева хоть всячески поддерживает дочь, но ей все равно очень тяжело разобраться в себе и начать контролировать себя. Недавно девушка решила, что ей нужно сменить имидж. Ольга выбрала для себя определенный образ. Она решила, что какое-то время будет носить осветленные пряди. Однако в результате, после покраски, ее локоны были больше похожи на седые. Скорее всего, Ольга так и задумала. Возможно, что с помощью седых волос ей будет легче самовыразиться. Кроме того, Лариса Гузеева показала, что случилось с колнутой дочери после ее очередного приступа. Также отметим, что Лариса Гузеева в последнее время начала усиленно следить за собой, а также соблюдать особую диету, чтобы поскорее похудеть.